В воздухе резкий запах, напоминающий керосин. Но его источник вовсе не выхлопы от газонокосилок. Именно так пахнет растение хироклеум, в народе известное как борщевик. Некоторые его виды опасны для здоровья. В этом году сорняк буквально заполонил Химки. Наиболее всего борщевик опасен в ясные солнечные дни. Дело в том, что его листья содержат вещества, которые повышают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Небольшое пребывание на солнце в сочетании с соком борщевика на коже может вызвать сильный ожог. Именно поэтому бороться с ним предпочитают в пасмурную погоду. Сотрудники комбината по благоустройству взяли в руки электрические газонокосилки по просьбе химчан. Жители попросили очистить округ от неугодного сорняка. Нам пожаловали жители на портал «Добродел» на обилие борщевика. И вот мы его здесь косим. Здесь мы косим триммерами, а большие объемы косим трактором. Борщевик – растение непростое. Славится еще и тем, что вывести его довольно сложно. Здесь после покоса траву обрызгают специальным химическим раствором. Это делают для того, чтобы борщевик быстрее истлел на солнце и не приносил вред окружающим. Всего на борьбу с растением вышли 150 человек по всему городскому округу. Работа продолжится в течение всего лета. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.